В прошлый раз с Романом Викторовичем обсуждали вопрос театра опер-балет. Проблема оказалась неподъемной. Организации такого уровня, которая может справиться с вопросом реставрации театра опер-балета, в регионе нет. Разговаривал с вице-премьером правительства России Хуснуллиным Маратом Шахзяновичем, в подчинении которого находится госкорпорация, занимающаяся вопросами восстановления объектов историко-культурного наследия. Принято решение, что реставрацией займется государственная корпорация, с чем вас поздравляю. Сейчас выйдут ответственные на место, губернатор с ними должен встретиться, передать им документацию, и они приступят к этой работе. Дальше проанализируют финансовую основу, проекты, а потом мы с вами встретимся на строительной площадке. Почему оказались в ситуации, когда театр оперы и балета вынуждены будут строить федеральные структуры, потому что региональные не справились. Потому что получилось так, что неэффективное решение, в том числе коррупционное, в итоге ни денег нет, ни театра нет.